Приветствую зрителей канала Игрофильмы, с вами Раш Наринзука. Мы продолжаем прохождение игры GTA 5. Итак, у нас теперь появился новый персонаж, Тревор. Он узнал о том, что Майкл жив, очень взбесился, навел тут шороху, перестрелял всех практически байкеров. Ну что ж, посмотрим, что мы можем за него делать. Вот тут выскочило сообщение, что тут появились точки для устраивания гонок. Не знаю, на чем, на его посудине ржавой. Сейчас мы полазим по его хате, посмотрим, что может делать. Он переодеться, может, какая-то одежда есть более приличная. Ну, костюмы. Да откуда у него там пиджак возьмется, да? Откуда? Нет, конечно. Хотел бы что-то менее грязное, конечно, одеть. А то что-то как-то совсем... Так. Так. Может вот так одеться. Все какое-то грязное, замызганное у него, я не знаю. Так, что еще это тут? Очки, толстовки, брюки. А, о, черная толстовка. Вот это посимпатичнее смотрится. Ну-ка, брюки. Черные рабочие брюки. Вот давайте их оденем. Эту, конечно, футболку тоже нахер не надо. Так, рубашки пола. Футболки. Камуфляжный жилет. Давай все-таки толстовку оденем. Как-то, не знаю, поприкольнее смотрится, по-моему. Очки есть какие у него? Спортивные. Без очков. Темные. Авиатор. Ну, хоть немножко его избитую рожу кровавую прикроет. Лысина такая, смотрите. Сколько полигонов на одну только лысину ушло. Так, телек у него не работает, как вы видите. Посмотреть не удастся. Кстати, какие-то плакаты висят у него. Так, мобильник у него, смотрите, кто же такой более-менее приличный. С камерой. Толчок, аптека. Проливать. Все уже никак. Все, даже не допил. Все. Больше не лезет. А что-то как-то он сразу отрезвел. Быстро очень. Карту взглянуть. Это где вообще мы находимся? Ого. Довольно далековато. Итак, значит, что у нас тут? Чудаки и прочие незнакомцы. Здесь у нас китайцы. И где-то были типа гоночные миссии. Вот тут что ли? Далековато, правда. Гонки на мотоквадроциклах. О! Кстати, интересно посмотреть. О, а тут что у нас? Фуникулер. Блин, тоже забавно, я думаю, будет посмотреть. Тату-студия. Так, ну что, куда мы... С чего мы начнем? Я думаю, сюжетную мы не сразу сейчас, да, не будем торопиться. Мы хотим нормальную игру посмотреть. Давайте сначала сгоняем вот на эту вот миссию. С незнакомцами. А там уже посмотрим. Возможно, в фуникулере сходим, покатаемся и вот в гоночках поучаствуем. Нас сейчас никто не торопит, как бы.
кстати, если сейчас быстренько зайти в интернет, посмотреть, может, какие новости интересные появились. Какое-то нашествие велосипедистов. Анна Фостер, Лос-Сантос Метеор. Джефф Остерман и его друзья – успешные люди, работающие аниматорами на студии Фредс. Но на выходных они надевают обтягивающие спортивные костюмы, садятся на свои ультралегкие велосипеды стоимостью 10 тысяч баксов и отправляются в поездку по холмам и долинам Алама-Си в округе Блейн. Этот район пользуется бешеной популярностью профессионалов Вейнвуда и хипстеров Миррор-парка, которые используют выходные, чтобы получить новое впечатление. «За городом происходят чумовые вещи», – рассказывает Остерман. «Местные обычно не обращают на нас внимания. Правда, в прошлом месяце одна подвыпившая компания, которая отдыхала с барбекю, квадроциклами, трамплином и борьбой в грязи, начала швырять в нас камни, но мы только посмеялись. Прикольно наблюдать за приматами в их естественной среде обитания». Так, ну что ж, как раз, я думаю, туда мы и направимся потом. Где там квадроциклы катаются. Сейчас посмотрим, что тут за случайная миссия. Так, за кем-то копы гонятся. Блин, как все классно. Мир какой, да? Смотрите, поезд, товарняк едет. Наверняка можно будет что-нибудь с ним сделать. Койот, что ли? Кто это? Как бы я слышал, что здесь еще и охота будет. Мы еще только в самом начале игры, друзья. Еще толком ничего не видели. Чего? Ты где это? Тот что-то сказал, я не понял. Oh, simply wonderful. And you? About the same. Somewhere stuck between joyful and peachy. Even in this world full of scum and detritus, it's only right that we all bear our share. Ain't that the truth? Take this poor wretch, on the run, desperate, alone, about to learn the true meaning of suffering. All for a few thousand bucks. Think you can find him for me? Every man has his talents, Maude, and the rigorous administration of justice is one of mine. That's why I love you, Trevor. I'll send you his file. Так, это что-то типа охота за головами, что ли, он занимается? Нам надо скинуть будет его файл, наверное, на электронную почту. Новый контакт мод. Так, теперь вам доступно задание по поиску сбежавших обвиняемых, освобожденных под залог. Тревор будет, ну короче, да, это охотник за головами, по сути, называется. Так, и что у нас, где он теперь? Вот на карте что-то появилось, буквка Т, или это дом Тревора, или это все-таки задание? Это убежище, да. Это китайцы. Ну и где задание-то? Так, давайте-ка мы сначала тогда прокатимся вот сюда, вот до фуникулера. Посмотрим, что это там такое. Потом уже только на хату к Тревору поедем. Хочется как следует мир изучить. В атмосферу вникнуть.
интересно, что с этим заданием, значит, через на почту зайти надо будет или как получить местоположение этого преступника. В принципе, похожая фишка была в Red Dead Redemption. Там берешь, ну, объявление, там разыскивается, и идешь мочить банду, и чувака желательно взять живьем надо было. За него потом денег больше давали. Ее он упал. Может задавить какую-нибудь животину? Да. Ладно. Интересно, как здесь будет реализована охота. В принципе, Red Dead Redemption была охота. Там были задания, там убить столько таких животных. Ну и там освежевать. Как здесь это будет? Так, вот как раз координат этого чувака нам прислали, да, на дне карьера. Сейчас посмотрим, только получше ее смс-очку прочитаю. This is the Raton Canyon Kid. Do you copy? Привет, Тревор, мне сообщили, что этот негодяй прячется на дне карьера. Говорят, что это скользкий тип, и когда он увидит тебя, он наверняка побежит. Фото. Тревор может быть начать охоту на главу, если посетит точку, где последний раз был замечен подозреваемый. Награда будет больше, подозреваемый взять живьем. Вот. Ну только как это взять живьем тут, я не знаю. В Red Dead Redemption использовалась ласса для этого. Так, интересно, это на карте отмечено будет, или я должен сам это вот это место, короче, как бы запомнить и примерно туда приехать. Интересно. Пока вроде отметок это у нас на мини-карте не появилось. Соответственно, я должен сам это место найти. Фотографии. Coyote, 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 definitely a coyote. Так, ну-ка, разгонимся! Тут мы уже кружок разрешали. А тут, видимо, какие-то ачивменты, да, они прыжки идут. Вот именно спидиста. Все в этой местности мне напоминает Red Dead Redemption. Уже не первый раз повторяюсь, но реально все похоже. Where the hell are my skills? Прикольный туннель. Вообще красотища какая, а? Офигеть. Просто, ребята, вы смотрите. Осталось до фуникулера-то ехать. Who's that? Big Major Farm. Ай-яй-яй-яй, я вот хотел вам вид покрасивее показать их. Черт! Показал, мать его, ладно. Здесь на таких горных дорогах лучше с камерой не баловаться. I tried to burn down my parents' house. Holy shit. You're a
Блин, я уж страшно стал, смотри, какая высота. Охренеть, вот это вид. Просто жесть. Это дело, что игра раскрывается не сразу, просто не по первым кадрам. А вот чем дальше ты ее исследуешь, тем она круче. Ну, что тут хрен подымешься? Мне не хочется. Ну давай, давай, давай. На что, разогнаться что ли надо? Охренеть. Ну что, нужно на чем-то более серьезном подниматься. Или на баге на каком-нибудь. Ну! Давай! Тревор, давай! Черт! Я попал на горной дороге. Либо надо горный велосипед какой-нибудь брать. Либо вот этот баги, наверное. Сейчас попробую еще разогнаться. Чувствую, мне здесь так не подняться. Ну что, пешком пойдем. Раз уж собрались, так собрались. Давай, 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 сучка. Давай. Давай. Есть. Да, вот эта дорога. О, блин, вот эта высота, черт! Куда ж так высоко-то? Как я обратно буду возвращаться, я не знаю. Просто капец. Какое небо-то красивое. Дальше. Ты я там поднимусь вообще или нет? Посмотри, там какая высота-то. Капец. Ну сейчас у кого-нибудь что-нибудь отнимем. Будем пешком лазить. Какое-то сумасшествие, по-моему. They're cute, but they're stupid. Кого-то задавил. Ладно, поехали вперед, не будем тормозить. Так. И что тут за фуникулер? Может, на него можно заехать? Сейчас я выйду, посмотрю лучше, что тут вообще. Фу, блин. Не, заехать не получится. Походу тачку мы тут оставим. Тут можно будет дальше вниз как-то съехать. А его еще ждать надо, ёл. Вы издеваетесь. А вон он идет. Отлично. А что это такое? Это парашют, что ли? Так. 10 баксов. Ну, поехали, друзья. А, это обрыв письма я нашел. Вот они, секретные штуки тут какие-то, друзья. Так, ну мы, наверное, посмотрим, да, поездку, потому что мы первый раз все-таки хотим тут все осмотреть.
только на колесе обозрения, вид только от первого лица. Или вот такой вид издалека. Ну, тачку мы какую-нибудь новую найдем, как обычно. Это GTA тут, с этим проблем нет. Вот это прикол. Спускаемся, вот куда мы поднялись. Откуда мы поднялись, теперь мы спускаемся в самый низ. Городишко становится все виднее, виднее. Так, а надеюсь, вот вылезти можно будет отсюда сразу же внизу спуститься. Чтобы обратно нас не потащат. Сейчас врежемся. Да, по идее, нормальные люди, наверное, оттуда вот вверх едут, наоборот, в гору. А мы нет. Мы сами в гору поднялись, а теперь спускаемся. Ну все, я считаю, приехали. Осталось только раздобыть колеса. Ага. Соберите все обрывки письма, чтобы разгадать тайну смерти Леноры Джонс. Так. Так вот, решал посмотреть на карту и узнать, что за местность, в которой кроется наш сбежавший этот, как бы сказать, из-под залога. Тут еще, видимо, не все открыто, чтобы посмотреть, вот в чем проблема. То есть, когда мы откроем эту всю местность, нам будет показано, где он находится. Сейчас пока я не вижу знакомого такого места. Сейчас посмотрю еще раз в СМС, что там, как там было. Где-то около гор получается. Может, здесь уже были недавно. Прогонки по бездорожью написано. Тут с амуницией, видимо, да? Затачивый газ можно купить. Запчасти. Лагерь альтруистов. Это что такое? Привет, Тревор. Я только что познакомился с ребятами из культа альтруистов. У них лагерь тут в горах. Обещают заплатить, если ты приведешь к ним страждущих, которых надо спасти. Похоже на легкий заработок. Они говорят, что просто хотят пригласить кого-нибудь на ужин. Ром. Что, какие-то людоеды живут. В
Привет, Тревор, это брат из тюрьмы. Тревор, надеюсь, ты в порядке, давно тебе не писал. Охрана говорит, что скоро мне разрешат свидание, если я буду хорошо себя вести. Надеюсь, ты ни во что не влип, ну или решил сдаться властям. В тюрьме неплохо, на самом деле здесь тебе здесь понравится. Я скучаю по Майклу, но сейчас ему уже хорошо. Спасибо, что спросил, но бойфренда у меня нет. В тюрьме такого не бывает, разве что ты сам этого захочешь, Брэд. Так. Да, но все-таки пока не могу понять, узнать эту местность, где преступник этот находится. Так, а это что такое? Татушки, что ли? Да, татух. Давайте к гонкам лучше отправимся. Я так думаю. Думаю, это всем будет интересней. Гонки на баги. Так, ну что тут у нас есть? Неплохой транспорт. Черт, сейчас наверное, будут копы. Появимся. Так, погнали. Не очень скоростная точила оказалась. Что тут за байки стоят? А, это копы, ну нахер. Не хочу с ними связываться. Надеюсь, вы одобряете то, что мы не начали. Так, что там у нас мелькнуло на карте? Красные какие-то точки появились. Может, мы к местности приблизились, где находится преступник или что? Вот что это такое? Скорее всего, да. И что, кто это может быть еще? Так, только как туда съехать? Где-нибудь съезд вообще есть. Ну, надо, наверное, мы сейчас туда точку поставим, и нам покажет, как удобнее сюда будет съехать. Да, три врага здесь каких-то. Кто это? Сейчас мы это узнаем. Приходится назад ехать. Тут, наверное, никак через бордюр, через это не получится. Что тут все дохнут. Связано с нашей миссией, блин. А вот там кто-то на карте дальше находится, красный с зеленым. Кто это? Что это? А, во-во-во-во, ну-ка, пошли вниз. Какая-то просто разборка произошла. Don't do it! Stay away from that case! Now you are a dead man! Тихо, чувак. О, короче, тут сделка неудачная была, и, ну ладно, денежки теперь наши.
Придурки друг друга перестреляли. Отлично. Так, тут теперь к тачке подобраться. Так, их тачки мы трогать не будем. Да, прикольно тут. Живой мир, реально. Так, нам осталось тут недалеко проехать. Блин, поехал. Should have known that was too good to be true. Так, я не помню, кто за мной гонится, что ли? We'll kill you. Вот сука. Не знал, что найду неприятности на свою жопу с этим чемоданчиком. Чё такое-то, блять, какой-то придурок там на меня врезался на мотике. Собака, черт! И где я теперь сейчас буду? Бля, хотел вылезти, тем отпор дать ублюдкам. Черт, бывает же, а? Да теперь я в какой-то больничке. И далеко ли мне теперь? 5 штук отдал! Охренеть. Так. Блин, я еще дальше оказался. Черт. Ну, ладно, погнали. Какие-то точилы страшные. Тоже какой-то говнище, ну ладно. Так, он только умеет только так, да, взламывать. Придется проехать огромный путь. Блин, тут все красиво, а? Копы не за нами, у нас звездочек нет. Все нормально. Друзья, если вы хотите, чтобы я там заехал в тату-салон там или еще куда-то, в парикмахерскую, вы пишите там в комментариях, я тогда это сделаю, если вам это интересно. Ну или может я сам это сделаю потом, когда приспичит. Что-то такое, какие-то тут центры отдыха разные, видимо, санатории или что-то типа того. А, ну это фуникулер этот. Здесь находится, с которого мы недавно сошли. Такие магазины стройматериалов, видимо, тут склады. Это хоть тачка быстрее немного. Единственное, у Тревора нет возможности замедления времени, чтобы где-то вырулить, поэтому более опасно гонять. Так, где-то рядом уже тут, видимо, спуск будет.
здесь прям херануть. Вон там эти, по-моему, байкеры или кто? Квадроциклеры. Так, а мне надо было, может, на квадроцикле сюда приехать? А, нет. Ну что ж, погнали. Ну, конечно, я сейчас зафейлюсь, друзья. Сразу же предупреждаю, но вы знаете. Тем более, я на квадроцикле тут ни разу еще не ездил. Да, тут можно поддаваться. Не хочу. А! Блин, вообще управление жопа. Кстати, надо на карте отметку отключить нафиг, а то она меня сбивает. Все. Да, навряд ли я тут выиграю. Чуваки уже оторвались. Он как-то вообще прям резко поворачивает, если чуть нажать. Непривычно вообще просто. То есть вообще тут физика всех транспортных средств абсолютно разные. И это круто, конечно, но нужно привыкать, кажется, из. Я уже, видите, обогнали насколько. Просто жесть. Пока я к нему привыкну. До финиш даю. Мотоциклисты, вот их можно, кстати, сбить, они без проблем. Блин! Ну быстрее, быстрее, вставай! Черт, я думал, я их устранил, они вон все сели, поехали. Блин, жопа. Ой-ой-ой-ой-ой, олень! Да, были ли раньше в играх серии GTA олени? Кстати, надо быть поосторожным. О, финиш! Ю-ху! Я даже не ожидал, что я приеду первым, друзья. Охренеть! Квадроцикл, наверное, попользоваться будет. Костюм Moto X добавлю. Круто. Ну, кстати, да, можно будет погонять еще в этих гоночках потом. Так. Куда мы теперь поедем? Здесь у нас еще одна гоночка, тут оружие, тут еще одна гоночка. Конечно, хорошо бы карту исследовать хорошенько. И это бы нам помогло в поимке беглых преступников. Давайте сюда тогда сначала. Погнали. Еще в одной гоночке поучаствуем, заодно карту откроем. Здесь мы байкеров отстреливали. Похоже. Ай-ай!
еще нефть добывают. Мы еще посетим эти места. Фак! Кровь, блин, я весь в крови. You gotta love rural America. Weapons on the ground now. We have you surrounded. Make it easy on yourself. Drop your weapons and come out with your hands up. Eat things. We're going down for this. Are you crazy? What are you doing? Either join the mob. Stop. Давайте-ка им поможем. Посмотрим, что тут сейчас произойдет. Залез. О! Красотища. Ну, правда, никому не помогли, ну ладно. Но зато кто-то лишился газа в своем трейлере. Классные вещи, квадроцикл. Кстати, друзья, пока мы тут едем, напишите в комментариях, какая серия GTA вообще была ваша любимая до пятой, и какое ваше любимое было транспортное средство? Дорога отличается очень сильно. Заметьте, тут такая дорога, довольно-таки местами убитая. Прям как в реале. Ну что, мы приехали на гоночке. Жалко, я не переоделся еще. Специальный костюм. Так, а что это тут? О, тут уже на тачках. Охренеть. Внедорожники. Уже будет осторожнее, опаснее. Более опасная гонка, наверное. Давай now! Лучше не гнать, главное попадать в нужные места. Фак, я пропустил точку. Это хреново. Это уже, скорее всего, проигрыш. Shit! Да уж, шит. Где эта точка-то? Я ее не вижу почему-то. Вроде я мимо нее проехал. Что я не понимаю, почему, в чем проблема. Где-то не... А, не все. Блин, пошел ты, я все правильно ехал, дебил, я... Ну, водитель отвлекся, черт! Синяя точка, это был водитель. Я мог выиграть спокойно. А, зараза. Олень. Не хотел сбить оленя. Ну что такое-то? Давай. Да не, все уже, я не выиграю. Надо хоть доехать, так трассу буду изучить.
ну, вначале еще теперь. Все, финиш. Четвертое место, мать твою. Давайте повтор. Сейчас попробую нормально доехать. Эй, а... Я ж нажал повтор. Или я нажал продолжить. Эх. Так, ладно, что нас теперь тут ждет? Тут еще одна гонка. Ну, давайте в ней тоже поучаствуем. Она недалеко находится. Там мой квадроцикл стоит. Интересно, на чем там будет гонка на мотоциклах? Сказал, что он недалеко находится, а что-то, блин, куда-то ехать и хрен знает куда. Так, может, как-то пересечь эту местность более. Так. Ну что ж, в этот раз постараемся. Это, наверное, та же гонка есть, нет? О, фига, тачку дали. Похоже, что та же самая трасса. Не знаю. Сейчас посмотрим. Сложновато догнать. Так, давай, давай, давай. Этот олень тут бегает. Чувствую, финиш уже скоро. Так, 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 блин. Зараза. Мы его столкнули как больше. Все, точно, это та же самая трасса была, я ее проехал теперь первым. Отлично. Может, знаю, тут тоже какой-то костюм гонщика дадут. Да, вот мы здесь же оказались. 500 баксов заработал. Только осторожно, меня не сбейте. Доступна новая гонка. Вождение у нас улучшилось.
Так, ну что, теперь, наверное, стоит все-таки заняться сюжетными миссиями, друзья. Но это мы сделаем в следующей серии. А пока оставляйте ваши комментарии, подкрепляйте лайками, чтобы видео выходили как можно быстрее на канале. С вами был Рашна Линзука. До новых встреч!